Одних спасателям приходится вытаскивать из огня, других из мерзлой воды. Отчаянные любители зимней рыбалки рвутся на неокрепший лед. Как только поверхность водоемов начала твердеть, настала и пора для серии рейдов госинспекции по маломерным судам МЧС. С рыбаками ведут профилактические беседы. Но из года в год выясняется, что не все способны усвоить элементарные правила безопасности и отнестись к ним достаточно серьезно. И подтверждением тому стал случай на Меликеске, открывший счет зимним происшествиям на реке. В ходе спасательных работ мужчина в состоянии алкогольного опьянения был снят со льда. Основными причинами гибели людей в зимний период являются выход рыбаков на неокрепший лед, выезд граждан на автомобилях на лед, использование пешеходных переходов на льду, а дети гибнут по причине отсутствия контроля со стороны взрослых и родителей.